Янушкевич налево. Цевану потеряет. Цеван мяч, и Макаси с мячом рвется к воротам Шахтера. Что будет делать? Обматывает, молодец. И будет удар, но удар мимо. Вот Лукич набирает обороты. По центру прорывается в штрафную. Будет бить удар. Створ ворот попал. Янушкевич. Янушкевич ошибся. Лукич на Макася. Макаси что сделает? Ну, развернись. А под удар Анжеловичу и удары мимо ворот. Команды знают, естественно, что делает. Поэтому вот решили горняки не переносить. Произвели тут ротацию в составе. Ну, не думаю, что игра от этого хуже стала. Тут прострел. Кто? Забили гол. Да, забили гол минчане. Сделал это Пушников. Принимает. Цен, правда, усторожит. Но на таком довольно приличном расстоянии. Снова Хващинский, Ранжелович. Пас на Хващинского. Хващинский врывается. Ну, надо бить. И кто там будет замыкать? Некому замкнуть. Ой. Такой хороший. Упускает мяч. Януш рвется по правому флангу. Будет делать передачу. Один Бушма тут спокойно забирает мяч. Давай после уже получать болезненные эти повреждения. Да и, конечно, никому желательно их не получать. Ковель, ну что, обыграл, будет, забьет! И забивает гол. Вот это да, Леонид Ковель отличился. Уже не будет в ближайшую пятилетку, как минимум, у Шахтера. А пока тут в штрафную штанга, только штанга спасла ворота Минска от неминуемого гола. Вот так. Да, горняки, все подступается. Поближе удар. Срикошетил там мяч. Удар. И ох, какой Владимир Бушма прямо красавец. Планирует держать мяч. Хотя вот Острух пускает прорыв Шумилова. Шумилов догонит. Догоняет. И вырывает этот мяч. Входит в штрафную. Кто ему поможет? Отдаст пас. Отдает пас. И будет удар Макася. Макаси. Ну, забьет. Нет, не забивает. Три раза, два раза срикошетил мяч. Что защитника? Тот голкипера. Мяч у минчан. Шумилов будет бить. Удар! Гол! Вот это гол! На последней компенсированной минуте Игорь Шумилов отличился за Минск.